уже давно привыкли к тому, что даже самые обычные на первый взгляд вещи можно превратить в сенсацию. Вот задумывались ли вы когда-нибудь, сколько могут стоить самые дорогие пельмени в мире? Даже не буду вас томить, больше $2000. Да-да, вы не ослышались, и это изысканное блюдо подается в одном из престижных ресторанов Нью-Йорка, а именно в Golden Gates. Кстати сказать, открыты иммигрантами из России. И это ведь неудивительно. Пельмени занимают в русской национальной кухне почетное место. Так почему бы не прославить их на весь мир, да еще и не навариться при этом? Ведь фирменные пельмени этого ресторана признаны как самые дорогие. Возникает естественный и весьма справедливый вопрос. В чем секрет и почему это блюдо так дорого стоит? В состав этих пельменей входят телятина, свинина и лосятина. А для особого изыска в них добавляются измельченные железы светящегося глубоководного анчоуса. Гостям заказ подают при слабом освещении, и благодаря секретному ингредиенту пельмени светятся в темноте. При дневном же освещении блюдо имеет синеватый цвет и выглядит, ну, скажем прямо, не вполне съедобным. Но по закону спроса, если есть товар, то и покупатель на него найдется. То есть, перефразируя поэта, если пельмени синие, значит, это кому-нибудь нужно? Итак, в меню эта порция из 8 штук, а не за тазик, как кто-то мог наивно подумать, стоит $2400. И критики утверждают, что самые дорогие в мире пельмени очень вкусные. Так кто бы сомневался. Сразу вспоминается ставшая крылатой фраза «самый вкусный дефлопе в Москве». Ведь заказывая такое дорогенное блюдо, просто невольно начнешь себя убеждать, что вкуснее в жизни ничего не ел. Иначе в голову может прийти мысль о своей неполной адекватности. Ну что ж, после светящихся пельменей уже неудивительно, что и фастфуд тоже иногда возводят в ранг настоящего кулинарного шедевра. Так самую дорогую в мире пиццу под названием «Пицца Луи XIII» можно попробовать в итальянском городе Агрополе. Естественно, если позволит финанс. Ее предлагает молодой итальянский повар Ренат Виола. Пицца имеет стандартный размер около 20 сантиметров в диаметре, но стоит ни много ни мало 8300 евро. По словам автора, цена не преувеличена, если иметь в виду эксклюзивные продукты и двух человек, которые приезжают на дом, чтобы ее приготовить. Ведь за исключением основы эта пицца готовится в присутствии клиента. Об ингредиентах можно говорить очень долго или сказать в трех словах – красиво, богато, дорого. Дорого, элитарно и только самые свежие ингредиенты. Известно, что в состав самой дорогой в мире пиццы входит моцарелла буффало, три типа икры, красный лангуст, креветки и омар. Даже соль в этой пицце не обыкновенная, а австралийская розовая Мюррей Ривер, которую добывают в долине реки Мюррей. Она придает элитной пицце особый аромат и тонкий вкус. Название пиццы созвучно с наименованием одного из самых дорогих коньяков – Луи XIII Реми Мартин. И это совпадение не случайно, так как в процессе приготовления пиццу несколько раз поливают этим коньяком. Вот в который раз убеждаюсь, красиво жить не запретишь.